Здоров, ребят. В общем, хочу в этом видосе заменить верные форсунки. Эти мои любимые джишки, но недолговечные они. В общем, нашел 9-е, калиновские. Вот, смотрите. Да, они простые, но они работают. В общем, сейчас покажу, как эти работают. Раньше они распыляли, как на Весте. Прям вообще идеально, прям все четенько было. Но потом какая-то херня пошла. Они забиваются очень быстро. И направить их крайне сложно, если у вас приоровское жабо стоит. Ну-ка. О, видите? Херня полная. Вообще не брызжет. По идее, самые лучшие форсунки — это заводские 10-е, но они потайные. А как получается, здесь уже приоровское жабо. Это уже я поставил. Их уже не поставить, те форсунки. И я пытаюсь всякую херню сюда внедрить. Ну, получается, эти спасут. Вытаскиваем вот эту часть жабо, эту не трогаем. Ну и все благополучно меняем. Так, снимаем поводок. Так, все освободил. Снимаем. Здесь нужно расщелкнуть. Здесь вытаскиваем. Ну, в общем, как-то вот так, ребята. Осторожненько. Ага. Опа! Все. Свой пес кусает. Так, все. Разбираем и меняем. Берем форсуночку, вставляем готовое отверстие и все. Чётенько. А вот шайба зажимает. Так, плюс-минус собрал, проверяю сборочку. А, хорошо, ну-ка сюда. Все. Писать будет нормально. Так, здесь просто. Вот все подключено. А здесь обратный клапан. Стадия допиливания. Все. Во. Вот и вот это вот повыше. Чуть-чуть. Вот это опустить. А вот это повыше. Чуть-чуть сделай. Все. Во. Все. Вот, вот так я люблю. Сойка, вот это тоже слегка опусти. На, да, то на крышу он льет, куда так. Калиновская, да. В общем, даже 9-е. Все. Это уже отскакивает. Оставь так. Так, все установил, все четенько. Сейчас пробуем. Заведем машину. Ну все. Ну-ка, сыкни. Все, вообще огонь. Ну вот, ребята, еще подрегулировал. Ну, пап, нажми-ка. Вот и все. Даже можно маленько пустить. Но когда машина будет на скорости, лучше, чтобы маленько выше было, потому что будет попадать в середину. Ну все, сейчас еще по мелочи там поработаем и все. Помните, у меня не подошли некоторые ништяки на Весту. И хочу в отцовскую машину все замутить. Сейчас все покажу. Либо вот так все сделать. Что, вот здесь что-то запарашит, все, и у меня... Этот. А что тебе за парашют? Ну, вот то рейки, то еще что-то, то шпаклевка. Она у меня рабочая. Не надо, себе ставь. Не, поставь надо. Ладно, делаем, как у меня, W2. Ну что, ребята, вот так все получилось. Все-таки батя не захотел оставлять тот поддон. Никому он нафиг не нужен. В общем, ящик. Вот сюда я замутил. Кармашек. Вы видели здесь. Ну, он хочет, чтобы было вот так все по стоку. Ну, я вот, видите, вышел из ситуации, сюда кармашек поставил. Все, все, огонь. Можно сюда жилеточку, аптечку, ну, все что угодно. Ну, теперь все. И тут все готово, и по багажнику все ништяки с Весты перекинули туда. И смотрите, у меня также. Этот карман я поставил вот сюда. Все, ребята, все ссылочки в описании. Всем удачи и пока.